Так, мужики, готовимся к запуску новой трубы. Канифольского мебельного завода, поняли? Да, товарищ сержант, поняли. Все, давайте, сидите тут. Смотрите за вот этими трубами, ладно? Угу. Так, мужики, я нахожусь в градильне, новой градильне. Ваша миссия нажать на моем столе кнопку, чтобы запустить трубу. Ясно? Да, ясно. Михалыч, нажимай. Ага. Пошла реакция. Сидорович, пошла реакция. Ага. Пошла, еще как пошла. Вот, давай. Ну, все, она заработала. Зафурычила. Зафурычила коробка, как говорится. Мужики, я возвращаюсь в цех. Ок. Труба заработала? Да, все заработало. Где они? Они в цеху. Угу. Ну? Что делаем? Где все? Они, наверное, давай в цех убежали. Я не видел. Ты за трубами смотришь? Да. Так. Кстати, город Канифольск будет построен. А то мы, как обычно, в другом городе едем.
Узнаем в следующей серии. Достроили ли город Канифольск? Фильм окончен. Всем привет, пупсы, сегодня мы смотрим компьютер, делаем дезепа. Полосик. Вот смотри. Яблоко. Да, яблоко. Яблоко, яблоко. Смотрите. Ветрянка. Пупса, пройди. И... мы закрываемся. Прощайте.